Перевод предоставлен группой Nightmare. Озвучила Айка. Приятного просмотра. Это первая съемка, поэтому я не особо много ел. Я постараюсь изо всех сил. Хорошо. Раз, два, три. Должен ли я выстрелить в себя, или мне стоит застрелить свою тень? Я пытаюсь выбрать между ними. И в итоге стреляю себе в голову. Так что эта сцена о том, что я разом избавляюсь от своих страхов и волнений. Я выражаю это с помощью актерской игры. Мотор. Хорошо, снято. Вау, я правда не могу через него ничего разглядеть. Шедевр. У нее та же атмосфера, что и у Mixtape on Track. Существует такая атмосфера, которую создает Чан Бин. Я люблю эту песню. Думаю, клип выйдет потрясающим. История очень темная, поэтому я в мрачном настроении из-за сюжета песни. Я пытаюсь сбежать отсюда. Хорошо, давайте начнем. Хорошо, я должен идти. Мне нравится этот жанр. Если честно, это моя любимая песня в этом альбоме, помимо заглавной. У нее сильная энергетика рок-н-ролла, поэтому она мне нравится. Энергия Стей. Получил, я получаю энергию от Стей. Сила. Почему тебе больно? Я чувствую себя очень расслабленным. Больно, да? Заранее спасибо. Спасибо, Стей. Пожалуйста, ждите его с нетерпением. Прости, еще раз. Я только что чуть не упал на пол, но... Способ. Мы снимаем сцену бега, когда солнце встает и садится. Есть две сцены. Теперь мы снимаем сцену бега под солнцем. Привет, мы усердно работаем. Слушайте ее почаще.
У Лино грелка для рук выпала. Это не моя. Вы знали, что мы снимали тут Майпейс? Это памятное место. Я хочу поесть свиную грудинку. Приходите в наше общежитие, у нас сегодня будет грудинка. Мы будем сегодня делать жим лёжа и перекусывать свиной грудинкой. Звучит вкусно. Да, верно. Моей груди бы это понравилось. Да, ей это понравится. Не могу понять, о чем они говорят. Как ты можешь думать о чем-то вкусном, когда ты тренируешься? Типа, чувак, это вкусно. Боже, мне так сильно это нравится. Они серьезные. Свиная грудинка и жареные кимчи. Что скажешь? Приходи в наше общежитие. Может, попробуем пожарить грудинку на блинах для штанги, а? Давай попробуем пожарить ее на блинах для штанги и немного куриной грудки. У нас будет свиная грудинка. Эй, ты думаешь, это забавно? Ты думаешь, Лон Нести, это забавно? Я извиняюсь, я только что бежал как суперзвезда. Я бежал ради своей юности. Вперед! Банчан круто выглядит, да? Деревенская мышь. Аен. Аен! Он идет. Ты идешь по беговой дорожке? Давайте все вместе попрощаемся. Это были раз, два, степ аут. Спасибо. Это были Stray Kids. Спасибо за вашу усердную работу. Мы с Чанбином подумали, может, нам попробовать создать подобную песню. И внезапно мы официально начали над ней работать. Да, Хану очень нравится такой жанр. Так что, по-моему, именно поэтому Хан любит ее. Я не уверен, что выйдет в итоге. Но сейчас в нашей актерской игре чувствуется одиночество, похожее на название Lonely ST. И мы также передаем эту измученность. Сегодня было холодно, но все были такими страстными и веселились на съемках. Поэтому я надеюсь, вы будете часто смотреть этот клип. Спасибо! Чанбин, ты отлично выглядишь! Спасибо! Мы наконец-то завершили съемки клипа, похожего на настоящую Lonely ST в такую холодную погоду. Мы написали эту песню, потому что хотели создать песню для людей, идущих одинокой дорогой. Остальные могут подумать, не будет ли сложно идти одному. Выглядит утомительно, но я думаю, что иду правильной дорогой. Эта песня передает подобную уверенность, но в то же время заставляет почувствовать одиночество, боль и опустошенность. Я хотел написать подобную песню, поэтому создал ее. Я думаю, это одна из нескольких рок-н-ролльных песен Чанбина. Я надеюсь, вы с нетерпением ждете этого альбома. Пожалуйста, подарите побольше любви Lonely ST.